Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, у нас закончился сезон, и мы забираем свои награды. Честно заработанные. Давай посмотрим. Так, 7 паков, да, у нас получается? 7 паков. Угу. Ну-ка. Блин, хоть бы легендарочка выпала, а? Так, ну это у нас необычные карты. Все у нас это есть. Так, дальше пошли редкие. Ага. Редкие. Так, так, так. Легендарки, неужели? О, да, друзья. Нифига, вторая карта. Фу. Ребят, ну что я могу сказать? Это вот у меня есть, а вот орех. Это дорогого стоит. Отлично, две легендарные карты за сегодня. Все, ребят. И доволен как удав. Ну что, сезон 54 у нас начался. И переходим мы, по-моему, на 30-ю. Сразу же 30-ю ареночку. Или как 30-я позиция у нас. Ну что, начнем, наверное. Подожди, секундочку. Посмотрим. Ага, громкое событие. Интересно, смогу ли я пройти это громкое событие? Сможет ли стратегическая колода «Зеленые тени» «Вредные бобы» выдержать урон стратегической колоды «Нептуси»? Серьезная опасность. А что если «Нептуси» начнет игру с картой «Вирус»? Не знаю, что будет, если она начнет с картой «Вирус». Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, дорого. Блин, мне бы что-нибудь... Мне бы что-нибудь подешевле... Ай-яй-яй, ладно, давай попробуем таким вот макаром. Да, друзья, если у нее вирус, это, конечно, будет беда. Это будет прям, прям беда-бедовая. Чтоб ты знал. Так, насколько я понимаю, он собирается сейчас надгробие выставлять, да? Я правильно его понимаю? Или что ты хочешь сделать? Или ты хочешь выпустить целую орду летучих мышей? Такое тоже может быть. Давай посмотрим. Вот он что делает. Решил почему-то именно вот этот. А, еще и рикошет. Окей. Окей, окей. Вот они, пошли, родные, да? Во-первых, этого сдуем отсюда. Чтобы не мешался, это раз. И сделаем вот так вот. О, как. А у него здесь пират, оказывается, был. Ненавижу, когда вот так вот, ребята, срабатывает все это дело. Чего-то, еще что ли пирата, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же мне тут лучше сделать-то? Как же мне тут лучше сделать? Вот этого я, пожалуй, выкину отсюда. Поехали. Опа, ковбойша. Так, защита. Фиг нам, а не защита. Вот так, друзья. Никакой защиты нам не дали. Пум-пум-пум-пум-пум. Что ж тогда сделать? Давай вот так попробуем. Раз... И два. Смотрим. Ох ты, рикошет у него оказывается. Ну давай, 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 накидывай. Так, смотрим. Защита. Вы серьезно сейчас? Е,
Я думал, что на следующем ходу пробью его, но, видишь, достаточно хватило нам здесь. Так, я еще и вирусы зарабатываю. Вирус у меня, по-моему, полностью прокачан. Что у нас тут? Переместите союзника на другую линию, разыграйте 5 бесед и выиграйте многопользовательскую игру. Слушай, это как раз для, по-моему, для бесенка. Чтобы мы сыграли именно за бесенка. Прям вот все под него сделано, ребят. Ну что, давай. Что тут опять? Какие-то задумки. Значит, нам надо разыграть там 5 бесед. Переместить союзника, да? И что там еще? А, и выиграть одну игру многопользовательскую. Ну что же, я попробую, я постараюсь. Но то, что две легендарные карты. Опять этот с перфоратором. Как он задолбал, друзья мои, я вам серьезно говорю. Ладно, я уже не буду отключать. Он сегодня целый день пиликает. Я уже думал, что все, он отработал. Была такая небольшая пауза. Но получается, что не шиша. Сейчас будет мозг выносить. А давай если вот так вот, например. Ну, ё-моё, ну. Ладно, поехали. Ну, хотя бы два бесенка есть. Это тоже неплохо. Так, вот я их поставлю. Нам нужно призвать 5 бесят было, да? Двоих уже как бы призвали. Допустим. Ага. Что сделаем? Давай вот так вот. Опа, опачки. Ну что же. Уничтожим, ребята. Так, Рэй, привет. Если ты снимаешь видео, передай привет. Блин, кому привет? Не увидел, ребят, к сожалению. Вот так он, да, значит, делает. Ладно. А вот здесь вот что ты скажешь? Давай посмотрим. Как ты тут сможешь заморозить? Ой, ой. Все на этом. Погнали. Так, у него защита. А, защита не сработает. Пока не сработает. Давай сделаем вот так вот. Какой там. Ага, тоже, кстати, 30-й ранг у чувачка. Угу, ты видишь, как он сделал? Вот такие вот пироги. Охо-хо-хо-хо, что же тут сделать можно? Ну, наверное, вот так вот сделаем. Он скажет, да задолбал ты меня со своими этими заморозгами. Ну что, понятное дело, что этого будем замораживать, наверное, скорее всего. Да? Или как там? Чё? Такс. Сейчас подумаю, ребят, что тут лучше сделать. Ну да, заморозим этого чудика. Погнали. Ну, не забывай, что он опять может пенёк сюда поставить. Пам-парам-пам-пам. Что же нам тут лучше сделать? Ну а что, если, к примеру, я поставлю. Вот так. Вот так. И. Ну вот так, к примеру. Опачки, ты смотри, что у него тут. Ты посмотри, что он там делает. Сохраняем. Ох, ребята, бочка есть тут. Тут у него есть бочка.
Ну что, если я сделаю вот так? Так, вытягивает две карты. Видимо, совсем все плохо, да? Ему нужна заморозка, он ищет заморозку. Бонусную атаку проводит. Он, друзья, проводит бонусную атаку. Так, 3 и 2 в лицо. Конечно, это будет печалька, но что поделаешь, ребят. Только не ураганчик свой. Хотя он может применить ягоду, может он сюда пузырь этот бомбануть. Я так и думал. Я так и думал. Заморозка. Ну, заморозка, и дальше что? О, как. О, значит, как, да? Погнали. Пам-пам-парам-пам-пам. Бонусная атака, что ли, у тебя? Нет. Вообще не вижу, ребята, в этом никакого смысла. Абсолютно. Абсолютно я не вижу в этом никакого, ребят, смысла. Абсолютно я не вижу в этом смысла. Погнали. Все. Разнесли в трым-тарарым. Так, а сколько, интересно, тут выполнили этих условий? Раз, два. Переместите союзника на другую линию. Вот это мы не сделали, да? Так, ну что, союзника на другую линию. Это, кстати, можно обратиться к нашему супермозгу. Он любитель там что-то переставлять, перемещать. Ну давай, 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 давай там что-нибудь. Как долго, а? Вот это вот. Больше всего у меня вот, ребята, поиск соперника. И сидишь 3 часа ждешь, когда же этот соперник найдется. Нашелся наконец-то. Давай. Какой 20-й, да, 20-й ранг? Ну тут, видишь, колпак ночной. Ты прекрасно понимаешь, как я отношусь к этому твою налево колпаку. Ну и что же я тут могу сделать? Заведомо я уже проиграл, да? Заведомо, друзья, я проиграл здесь, потому что, ну ты сам видишь, колпак сейчас начнет тут, конечно, строчить, наяривать. А мне даже и поставить некого, и нечего.
Если я даже возьму... Если я даже возьму вот эту вот нашу ковбойшу. Так ее назовем. Ну, даже не знаю. Ну, давай сюда поставим. Что у него там, заморозка или что у тебя там будет? Он ждет, друзья мои, ландшафт. Я уже понял, это прекрасно. Выискивает ландшафтик для того, чтобы поставить и начать тут бомбить. Фруктовый микс у тебя есть, парень? Две штуки тебе надо. Опа! Что? Что? Колпак на заморозке? Как скажете. Колпак, друзья мои, оказывается на заморозке здесь. Так, 3 и 2, да? Получается 5. Получается 5. Давай посмотрим. Окей. Что далее? Будем вот этого перемещать сюда, ребят. Ну, ковбойшу, наверное, сюда переместим. А этого, конечно, переместим сюда. Мы сделали условие, да? Перемещение зомби на другую линию. Сделали. Блин, только не говори, что у тебя сейчас сработала защита. Как, блин, вовремя, а? Но он ничего не стал делать. Но этот... Ага. Ага. Ту-ту-ту-ту. Ну давай, пока пропустим ход. Смотри, смотри, смотри. Ягодник здесь. Если честно, я вообще не понимаю этой колоды. И заморозка, и ягоды какие-то. Ну что я могу сделать? Вот так поставить? Так, двигаемся дальше. Попробуем вот так вот пока. Наверняка должен быть фруктовый микс. Мне кажется, что эта колода, ну, на клубниках, как бы, должна, наверное, быть. Опа, опачки. Что, вот этого бомбанет? Понял. 2 единички урона. Ну да, ребята, на миксах должен быть. Но, как ты видишь, он все сейчас прям тратит конкретно. Прям да ё-моё, как ты запарил там. Сверлит. Ребята, ну серьезно говорю, выводит прям из себя. Давай попробуем сделать так. И вот так. О, отличная карта. Должно... шикарно зайти сейчас. Но опять же, что у него там будет, я не знаю. Опа-на, прикинь. Заморозочку сделал. А вот с этим ты будешь бороться или нет? Так, 3 в лицо, да? Ну здесь мы... Ага, вот так вот он решил сделать, окей. Что же дальше-то делать? Угу. Ну, давай посмотрим. Клубника. Упс. Упс. Слушай, ты не оборзел ли, а, парень? Окей, погнали. Защита будет у нас сегодня? Будет, но позже, ребят.
А он думает, что если он этого чувачка выслал, то все будет окей, что ли? Я не пойму. Заморозка всех растений на воде. Ну давай посмотрим. Ага. Пум-пурум-пум-пум. Конечно, заморожим этого чудика. Погнали. У нас ХП практически, ребята, одинаково. Давай я так сделаю. Такс. Как он запарил, а, ребята? Мне просто хочется посмотреть, что он сейчас будет здесь предпринимать. Блин, надеюсь, вам не слышно вот этого грохота, который там, ребят, происходит. Ну что, выкидываем его, да? Поехали. Так, он, возможно, поставит два грибочка здесь. Возможно. А, вот как он делает. Тогда крышка тебе. Все, друзья, все. Короче, я подгадывал момент, чтобы этот чмошник не сверлил. Но, видишь, не получилось. Поэтому придется заканчивать. Я даже сам не слышу, что я говорю. Ладно, друзья мои, главная цель была — это открыть сегодня паки и посмотреть, что нам выпадет. И сегодня выпало нам две легенды. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.